Сказка малашка! Да ничего не упало, все. Сейчас бы кашу с сахаром бы ел только. Сахарную. Кашка малашка. Доброе утро. Доброе. Что делаешь? Кашу готовлю. Я, кстати, продаю свое платье, так что кому надо, то пишите в комментарии. Ну, если только вы реально выходите замуж. Не знаю, завтра приедет, посмотрит. Мне надо посмотреть, вообще давно я такого не доставала. Все ли с ним нормально? Вспомнить, как это было. Моя любимая, хорошенькая моя. Так, платье, открывайся. Блин, такой цвет вообще кайфовый у него. Мне прям вообще очень нравится. Ой, одеть что ли? Что-то я не хочу его продавать. Он такой хорошенький. Спасиси. Такой хорошенький оно. Мне. Смотрите, какой классный. Какой классненький. Такой хорошенький. Да ну нафиг тебе не нужно, Настя. Поверь, и дочка... Ты не вот так вот не делал. Типа, вот так. Опа. Делай. Иди... Так ты твоя жена. Иди помойся, жена. Ну. И все. И свистать. Я пока жду Пашу, делать уже, он все еще голос стоит. И так всегда. Давай, иди одевайся, блин. Да я, короче, вымутил себе билеты за 1200 рублей на матч Франция-Австралия в Казань. Да, все-таки? Да, все. Ты в Казань поедешь без меня? Кто намутил себе билеты? Я тоже хочу! У нас только два билета. Туда я в аквапарк пойду, а ты иди туда. А, ну, кстати, ты можешь в аквапарк, а мы пойдем на матч с Вовкой. За 1200 рублей эти билеты хрен вообще найдешь, хрен на них попадешь, хрен их получишь. В итоге все-таки у нас получилось. В прошлый раз на прошлых этих продажах мы не успели. В этот раз за 1280 рублей на матч чемпионата мира по футболу. Групповой этап. Франция-Австралия. Франция неплохая команда. Просто хотим на нее посмотреть. То есть там кто у нас? Гризман, там Мбаппе, все это, Погба. Все они должны быть. В общем, я все-таки попаду. Правда, там это получается самые стрёмные билеты. Но, друзья... Если вы не мажоры, как мы, за 1280 рублей побывать на чемпионате мира. Просто вообще да, просто да. 16 июня, но почему-то тут... А, Казань. 16 числа уезжает Пашка, и я надеюсь, тоже поеду, если меня возьмут. Я хочу в Казани погулять. Я, кстати, влезла в Пашкину кофту и хожу в ней. А он не ругается вроде, значит, это нормально. Так прикольно. Бро. Так настроение поднимается. Пошли поздравлять друга с днем рождения. Да, вы его вчера видели, это Гарик, у него сегодня день рождения. Он не любит, чтобы его поздравляли с днем рождения. Поэтому, а я люблю поздравлять с днем рождения. Поэтому я оставляю ссылку в описании. И все напишите ему, пожалуйста, кто может. Да, вчера у него, получается, день рождения был, потому что мы выкладываем на следующий день ролик. Напишите ему. Гарик, с днем рождения у тебя. Брат, поздравляем тебя с днем рождения. Я же просил не поздравлять. Ну, мы-то должны были это сделать. Лохматый. А? Вон у них сурик-то что, растет уже? Капец, он же какой-то большой стал. Заметила? Ну да. О, еще сейчас огромный. Тайсон? Где Тайсон?
Ёпсуды! Это кошка прямо! Такая машина! Он и тяжелый, такой выходит. Капец! Так получается уже сейчас... Этот, как его? Машина для убийств. Получается, сейчас уже сурикат не вывозят? Раньше же как было? То, что... Стрихи хорошики. Они спят вместе. Джек, я не кусаю. Раньше ведь Тайсон его постоянно брал. Тайсон Стиму. Ой, Джексон брал Тайсона. А сейчас Тайсон Джексон, да? Он социопат, он не любит. Ну прикольно же, особенно когда знаешь, что он в какашках своих так же ковыряется носиком. Он пищу лизал себе недавно. Ну прямо как у собак пища достается изнутри, высовывает. Он ее лизал и носом потирал. Это секрет. Ты не чувствуешь писями пахнет? В носу не стоит запах? Не стоит. Вот те самые места. Очень вкусные. О которых ты говорил. 77 рублей. Так, взяли кашу по акции. Так там у нас дома есть. И взяли вот такой вот еще нежный творог Савушкин попробовать. Вместо такого? Вместо Простоквашино. По 21 рубль. Просто тут. Состав точно такой же. Килокалории те же самые, а дешевле, я думаю, надо попробовать. Замороженные овощи очень вкусно их делать с рисом в перемешку. И мы берем либо мексиканскую смесь, либо, ну, сейчас решили пробовать лечо. Вот. Так, еще берем картофель фри. Ладно, сегодня. Когда-нибудь я возьму его. Мороженое. Пошли, давай мороженое. Ам-ня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 м
вкусно, я не знаю, зачем убить. Настя хотела самокат. К Xiaomi, чтобы он был... Ну, это в идеале. Короче, давай так. Настя хотела самокат, и мы хотели в тренажерный зал. И, короче, нам на почту прислали два сообщения. По поводу самоката и по поводу тренажерного зала. Ну, не знаю еще, как это все произойдет, будет это или нет. Но я надеюсь, что да. Самокат, хочу самокат, башка трясется. Я могу как бы кататься по Декатлону каждый день ездить, но тогда за мной будут ездить охранники. Он постоянно за мной, когда я далеко уезжаю, он за мной выезжает тоже на самокате и догоняет меня. Вот он тоже у них на самокате гоняет. Он еще эти у них есть лонгборды, только 21 тысяча, это электронный, который. Я хочу его. Пошел, короче, я заполнять эти все фан-айди. Билеты. Самая глупость с билетами на чемпионат мира по футболу, то что нам нужно ехать за билетами в Екатеринбург. Паспорт болельщика тоже забирать там, чтобы потом вернуться обратно в Пермь, а на сам матч мы поедем в Казань. То есть, блин, на самом деле все очень неудобно, и те города, в которых есть матчи, для них все хорошо, а те города, в которых нету матчей, извините. В общем, сейчас это все будем заполнять, смотреть. И я увидел последнее видео, много комментариев по поводу, где ваши машины и так далее. Друзья, машины больше нету. Гольф был отличным. Я его очень сильно любил, Настя его любила еще больше. Но машина — это затраты. То есть ты постоянно должен там страховку покупать, ты постоянно должен заливать туда бензин.
у тебя постоянно что-то ломается, постоянно ты за нее беспокоишься, где-то оставляешь штрафы и так далее. То есть это в любом случае минус постабильный, если она тебе не нужна постоянно. В нашей ситуации, когда мы на машине ездили только просто поглазеть, там, не знаю, по городу покататься, делать нечего, и Насте за гель-лаками куда-нибудь в магазин, мы просто вышли из пассива и зашли в активы, вот, на данный момент. Но, к сожалению, сейчас крипта просела, и мы временно вообще полные бомжи, вот, на билет Насте насобирать не Ольга можем. Ольга Бузова, я все равно найду на тебя деньги. Да я пошутила, блин! Ну вот, я сейчас посмотрел, к сожалению, Насте на билет задонатили. Мне написала какая-то девочка, типа, ты пойдешь на Бузову, я тоже пойду. Ну вот. По крайней мере, мы нашли, с кем тебе идти. Но, к сожалению, денег мы пока что не нашли. Я не знаю, что короче, делать. Короче, я думаю так, надо просто написать Ольге Бузовой. Сейчас прямо напишем. Мы из Перми, и у нас биткоины. И они сейчас в жопе. Мы хотим бузкоин и купить твой билет. Дорогая Ольга Бузеновка, мы из Перми и хотим твой концерт. Можно билетик? Ну? Ну все, Настя должна ответить. Ну, все, два сообщения никто не игнорит. Конечно. Кроме меня. Конечно. Друзья, Настю совсем убрало. Совсем все плохо стало. Да? Завтра будет лучше. Короче, хватит стонать, все будет нормально. Вот. Сегодня записываем не в стандартном формате, но все равно мы обязательно это сделаем, как всегда. Сегодня мы вам советуем снова фильм. Это фильм «Джунгли», и это фильм на реальных событиях. Снимается там в главной роли этот... Гарри Поттер. Короче, Гарри Поттер, ребята, не знаю, как его зовут. Никто не знает, как его зовут, все знают, что это Гарри Поттер. Такой вот фильм на сегодня. Спасибо всем, кто был с нами. Сегодня было хорошо. Специально дал это Насте сказать. Завтра будет лучше. Всем пока. Пока.